Горячий, отдайте. Такие моменты обычно говорят: хочу передать привет. Вот. И я тоже хочу передать привет Василию Масленникову. У него там по ряду семейных причин не получилось сегодня доехать до цирка, хотя он к нам стремился. И я думаю, что в этом бою определился вполне достойный оппонент, который может оспорить парму первенства Василия в супертяжелом весе. Вот как. Ну что ж, но в этом бою, в соглавном событии профессионального турнира Emerald Fight 7, победу нокаутом во втором раунде одержал боец красного угла из Казани Кирилл Кузьмин!